Добрый день. Апрель месяц на улице. Канал ЖКХ. Город Сумы. Я Дворниченко Владимир. У нас есть такой в городе Сумы мост на улицу Троицкую. В прошлом году мы снимали теплотрассу, которая проходит вдоль моста, на которой было оборвано или утеплитель и покрытие верхнее. Значит, ее кое-как замотали. Замотали, понятно, не по нормам. Смотрим, до чего у нас дошел результат. Всю зиму у нас, получается, отсюда капала вода с этого места. И вот натекла даже сейчас уже, я не знаю, уже 10 дней, это даже больше 15, наверное, нет морозов. А лед у нас вот до сих пор в таком объеме стоит. Рассмотрим поближе. Как видите, слоя изоляции внизу вообще не добавляли, просто сверху побросали. Вот, сгнившая от воды стекловата, оборваны вот такие куски стеклоткани. Вот. Чтобы потом не рассказывали наши супер красавцы из Теплоэнерго, из Сумы Теплоэнерго. Можно посмотреть, какой процесс старения уже прошел на стекловолокне. То есть стекловолокно все в грязи, это шло не один день, чтобы не рассказывали, что это вот за 2 минуты ободрали и показывают. Все это можно проверить с водой, эти ячейки, карманы. Внутри там уже осталась только труба. Вот таким способом у нас модернизируются и утепляются теплотрассы. Хотя по нормам это все должно было заменено на трубу с предварительной теплоизоляцией в пенополиуретане с пластиковым верхним покрытием. Ну, на крайний случай уже ладно, выполните жесткой теплоизоляцией ячейки, которые накладываются сверху и снизу, как короба. Вот. Они бы тоже заизолировали трубу. Но вот это все обматывание стекловатой, вот такое размокание, это приводит к вот таким вот трагичным последствиям и совершенно неэффективно. Всем удачи, хорошего дня!